надо, скажи, нахрена нас сюда позвали? Вот я самый неподходящий человек для такого интервью. Мы собрались, чтобы тренироваться. Просто тренироваться. А остальное как получится. Всем привет, у нас сегодня аттестация. Первая буква СТВ-3. Сегодня будет у нас такой жесткий, сочный, мощный промоушен. Вот, спасибо, что пришли поддержать. Вы же поддержать пришли? Просто так не приходит. Да, они да, да, они что-то знают. Определенно. You cannot just repeat. You have to understand why you are doing all these steps. Раз, два. Это единственная пара, которая мне нравится. Christian, do you know all guys who will be promoted today? No, only two guys. The other guys I don't know. Александра, а сколько сегодня новых поясов будет вручено? Ну, прилично, на самом деле, одна из самых таких массовых аттестаций будет. Но это связано с тем, что прошлая аттестация не получилась по всем понятным нам причинам. Да, я не знаю пока что, на самом деле, вряд ли, потому что я только недавно синий получил, так скажем. У нас если меньше 2 лет, это недавно. Саша, назови 3 критерия, по которым ты выдаешь пояса. Отличный вопрос. Тело, разум, дух. С телом все понятно. Физическая подготовка, кондиции. Разум, технический арсенал. И дух – это то, что делает тебя человеком. Все твои морально-этические качества. А как ты оцениваешь этические качества? Субъективно, конечно же. Как бы это мое восприятие вот мира и то, какой человек, то, какого я хочу видеть человека рядом с собой. Если он соответствует этим критериям, то, соответственно, он, ну, это, наверное, определяющий фактор того, остается он в моей команде или нет. Потому что у меня в команде нету людей, неприятных мне как личности. Отсевы маленьких. Те, кто давно тренируются, они, ну, продолжают. Короче, те, кто прониклись, они вот все здесь. Есть здесь ребята, которые со мной по 8 лет. Предварительно я хочу вам всем сказать то же самое, что я говорил детям. Никогда не сравнивайте себя с другими. Ваш прогресс – это личный ваш прогресс. Никогда не думайте то, что а почему он получил, а я нет. Вы для себя главный ориентир. И вы должны в первую очередь стремиться к тому, чтобы быть лучше себя самого, а не лучше кого-то. Это раз. И второй момент, сразу, чтобы все вопросы закрыть по поводу синих поясов, в частности, я хочу задать вопрос, Борь, выйди, пожалуйста. Во сколько лет ты начал тренироваться? 9 лет. Во сколько лет ты получил синий пояс? 16. А сколько чемпионатов мира ты выиграл? 2. Это по поводу того, если вы вдруг зададите себе вопрос, а почему я не получил синий пояс, вспомните этот разговор, хорошо? Чтобы потом больше вопросов не было. Я думаю, на этом все сомнения будут закрыты. Ну и, собственно, сегодня я немножко буду в таком рандомном порядке пояса вручать, поэтому с тебя, собственно, и начнем.
книгу рекордов Гиннесса, в общем-то, тоже своего рода достижение. Для всех очевидно, это самый крутой парень в нашем зале. И скажу прямо, даже если бы я сейчас не был бы черным поясом, то этот пояс бы он получил. Строимся. Готов? Да. Погнали! Который больше не нужен, даже синий уже пышет, все, больше уже не нужен. Ну, мы храним, у меня у сына они лежат на специальной полочке с медалями и кубками, поэтому... Я храню на видном месте, как напоминание, кем ты был.